Всем привет! Быстренько решила показать вам свои орхидейки на работе. Смотрите, цветоносик растет. Видно уже его прямо так хорошо. Это на орхидее, которая Зина у нас. Вот вторая тоже растет листик. Цветоносиков пока нет. Но что интересно, я сейчас посмотрела, что у нее раскуклились корни. То есть у них появилась характерная мохнатость. Это они присасываются уже к горшочку. То есть они растут. Орхидейка хорошо приживается. Это радует. То есть корешочки, смотрите, какие хорошие все. То есть чувствует она себя хорошо. Видите, какие корни? Я вчера немножко вспрыснула, чуть-чуть совсем. Вот они такие, видите, не, ну такие они, как так сказать, полузеленые. То есть не совсем серые. Вот. Здесь у меня все время конденсат, потому что с окна все время, ну, ветер как бы. Я открываю здесь окно. Ну, тепло на улице, но все равно ветерок, видимо, все равно перепад какой-то температур есть. И на ночь у нас здесь в помещении кондиционер работает. Вот здесь тоже. Тоже корни здесь из этих цветов плохо видно. Но я ее изучила хорошо, то есть у нее тоже уже она присасывается к горшочку, к керамзиту. Видно, что все нормально приживается. То есть буквально там еще они у меня так вот, ну, я попрыскую какое-то время, не знаю, может быть, до отпуска до своего в июле, во второй половине как бы июля я иду в отпуск. Вот, еще есть время, я так поухаживаю за ними опрыскиванием. Вот, а пойду в отпуск, налью им водички. Вот, и они у меня будут уже с водой стоять на дне. Я как бы специально так старалась подрасчитать, чтобы, ну, чтобы здесь как бы не было напряга за ними ухаживать никому. Вот. Это тоже, ну, листик растит, я вам показывала. Но это я не пересаживала все. Все, что-то руки не доходят, не знаю. Ну так, вроде корни у нее особенно не торчат, тут из-за горшка как бы нет этих воздушных корней, поэтому я пока не буду ее пересаживать. Пока не буду. Так, потом, значит, орхидейка, которая с цветоносом сейчас. Это все-таки корень, конечно же. У нас он там вот. Вот тут вот видно. Ну, это корень, да. Он такой кругленький. Вот. Я сначала так обрадовалась, думаю, господи, цветонос, что ли, еще один. А потом, уже приглядевшись, поняла, что нет, нет. Вот такие цветочки. Она продолжает доращивать цветонос. И все это после пересадки, я вам хочу сказать. То есть как бы с таким огромным же цветоносом я ее пересаживала на свой страх и риск, так сказать. Ну, не в плане, что цветы сбросит, а в плане, что я все время боюсь что-нибудь сломать, снести, как говорится, пол цветоноса. Были такие случаи, поэтому я как бы так немножечко побаиваюсь. Тем более, что орхидея не моя, мне придется ее отдать. Сейчас закончится период карантинов всяких с этих удаленных доступов, и придет женщина вот эта, которая орхидейка, хозяйка орхидейки, и заберет у меня ее. Поэтому я вот почему ее тоже пересаживала, чтобы она успела прижиться за это время, чтобы ей легче было ухаживать за ней. Я вам покажу корни. Так, корни вот это старые корни, они неплохие, но они были же в грунте у нее. В торфяном там, ну, кора с торфом, ужасный был грунт. Вот. И поэтому они вот такого цвета. Они не гнилые, ничего. Они просто светлые изначально. Так, на листике ожог, но я вам показывала уже.
Вот. Корешочек, смотрите, тоже растет. Смотрите, вот тут пошел, да, расти. То есть все нормально. Вот это старые корни, у них такой, как говорится, вид. Ну, они были в субстрате, и цвет у них нечистый, скажем так. Но они неплохие, видите, растут. Как бы нормально все. Так, сейчас поставлю. Так, и еще хотела вам показать, то, ну, как бы тоже пока ничего особенного. Вот цветоносик. Все больше и больше. Сейчас фокус. Фокус. О-ля-ля. Не хочет фокусироваться на цветоносе. Ну, вот здесь раз, два, три, четыре, пять, ну, шесть пока что намечается бутонов. Вот. Это белая шикарная орхидея большими такими цветами. Вроде как. Опять же, все время сомневаюсь. Думаю, может, это не белая, может, белая у меня дома. Я уже не помню. Но я думаю, что это белая, да. Когда она, конечно же, распустится, я вам сразу все буду снимать. Так что вот так, орхидейки мои. Хорошо, все хорошо у них. Замечательно. Все вот тут вдоль окна стоят у меня таким рядочком ровным. Вот так вот все вот. Очень им тут нравится. Ну все. Показала вам по-быстренькому. О! Только сказала по-быстренькому, сразу звонят. Все, спасибо всем за внимание. Всем пока!